Всем привет! Вы снова находитесь на канале Old Dutchman. С вами я, Владимир Казарчук. И в нашем плейлисте «Мир должен знать, что я жру» сегодня еще один рецепт скоростного салата из листьев редьки. Да, вы не ослышались, это именно редька. Есть черная редька, есть мягкая редька, которая растет такими листиками, складывается как в капусту. Это не красная капуста. Это листья редьки. У меня на канале есть уже одно видео, в котором я вам рассказывал о пользе этой редьки, которая помогает избавиться от лишнего холестерина, очищает кишечник, ну и, конечно, помогает избавиться от лишних калорий. Сейчас я сделаю салат из этой редьки и вот такого вот классного лука. Естественно, с добавлением чуть-чуть уксуса и соли по вкусу. Поехали. Первое, что мы делаем, мы нарезаем мелко луковицу. После этого ее можно нарезать колечками, можно нарезать вот так вот полукругом. Я, конечно, извиняюсь за то, что у меня вот такой вот вид, потому что я левша. Не умею держать нож в правой руке. Ну, не научился. Ерунда. Но это мне не мешает резать лук, колбасу, хлеб и мясо. Итак, мы нарезаем наш лучок и складываем его в тарелку. Готово. Вот у нас получился лук. Теперь аккуратненько мы отрезаем половину нашего редькиного кочана. Для приготовления салата нам достаточно только половинки. Вот он такой красивый, вот уже помытый, хорошенький, красивенький. Аккуратненько вырезаем его кочерышку, аккуратненько, никуда не торопясь, чтобы не вырезать ничего лишнего и, естественно, не поранить себе пальцы. Убираем. И теперь начинаем нарезать вот такую, скажем так, капустку. Готово. Нарезал. Так, отодвинем в стороночку. И теперь аккуратненько перекладываем это все в тарелочку. Отойди. Не мешай нам. Тарелочку я, конечно, взял не по размеру. Ну да ладно. Хорошо, хоть я не весь кочан этой редьки порезал. Готово. Теперь у нас внизу, вы не забыли, находится лук нарезанный. Сейчас мы немножечко сдабриваем уксусом, чуть-чуть солим по вкусу и, можно сказать, салат готов. Я беру вот такой вот винный уксус, беру ложечку, наливаем уксус в ложечку. Ну, какой он красивый. Аккуратненько поливаем. Одной-двух ложек уксуса вполне хватит. Почему мы заливаем уксус в этот салат из этой редьки? Сама по себе редька немножко горьковатая. И чтобы убить этот горьковатый вкус, мы сдабриваем салат из редьки уксусом. Естественно, потом добавляем немножечко соли. А соль для этого салата мы возьмем вот такую вот, греческий вариант соли. Открываем легонечко в другую сторону, вот. И тихонечко, аккуратненько, чтобы не пересолить, уже со специями эта соль. Очень, кстати, удобный вариант, не надо дополнительно покупать какие-то специи к салатам, к приправам, к мясным блюдам и так далее. Тут уже все
сбалансировано, все готово. И сейчас перемешиваем наш салат. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Все-таки надо было мне взять миску для этого салатика. Но ничего, ничего. Точно так же, как с белокочанной капустой, эту редьку, после того, когда мы добавили сюда уксус и немножечко соль, ее можно чуть-чуть примять. Тогда эти листики пускают сок и становятся более мягкими и еще становятся более вкусными, чем они были на момент нарезания этого салата. Вот так. Все аккуратненько. Готово. Ну что, салат из листьев редьки у нас готов. Рецепт очень легкий, довольно легкий, совсем не сложный. Сама редька, красный лук, можно взять белый лук, можно взять большой красный, он называется овощным, этот лук. Соль и уксус. 1-2 столовых ложки винного уксуса. Перемешиваем. И приятного аппетита! Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, адекватный комментарий. С вами был я, Владимир Казарчук. И да, не забывайте, этот салат помогает вам избавиться от лишнего холестерина и очищает кишечник. Всем удачи, пока!